Няника. Мы находимся на конкурсе с Бабушкина. Парка. Всех поздравляем. Понравился праздник? Да, бесплатно. Бесплатно, здорово. Вот я ела, обожаю. Ага. Понравился праздник? Да, очень. Мы были актерами, и было очень интересно петь, смотреть на публику, смотреть, как, да, как актрисы, смотреть, как дети развлекаются. Да, это комфортная ватка. Да. Да. Вокальная школа эстрадного искусства «Аллегро» прям большие молодцы. И мальчики, и девочки. И вот пришли родители их поддержать. А какой руководитель у них, Ангелина Романенко? Так это вообще просто слов вот я не найду. Замечательный человек, замечательный организатор. Вот, хочу сказать огромное спасибо за организацию этого праздника. Это действительно необходимо и детям, и взрослым. Во-первых, они должны знать историю России. Во-вторых, они должны знать песни старинные русские. И в-третьих, они дышат свежим воздухом в этом замечательном бабушкином заводе. Мне очень понравился праздник. То, что мы даем бесплатный чай, пряники, очень вкусно. Сейчас мы играем в веселый старт. Праздник получился очень яркий, динамичный. Очень порадовало, что отмечается 14 февраля не только День влюбленных. Мы сегодня мы узнали, что оказывается сегодня еще день пряника и самовара. Порадовали костюмы, порадовали песни, порадовали игры. Спасибо большое.